Dobrý den. V této části rozhovoru se Igor Ostrejcov dotýká problematiky fundamentálního axiomu, tedy trojjedinosti. Proto je vhodné k tomu aspoň zhruba něco říct. Aby to bylo aspoň trochu pochopitelné, načmáral jsem to na papír. Fundamentální axiom, to je trojjedinost. Otec, Syn, Duch Svatý. Můžeme si to představit v podobě množin. Protože mluvíme o trojjediném Bohu, tak Igor Ostrejcov zvolil terminologii Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Bůh Duch, to je všeobjímající iracionální podstata. Další je Bůh Otec, což je vyšší rozum. A následuje Bůh Syn, což je lidský rozum. Už jsme mluvili o materiálním a nemateriálním světě. Bůh Duch jako iracionální podstata je nekonečným zdrojem všeho a nachází se mimo prostor a čas. Je tedy nemateriální. Můžeme si ho představit jako vědomí myšlení tvůrce. Bůh Otec, to je racionální část trojjediného Boha. Racionální znamená rozprostřený v prostoru a čase. Můžeme si ho představit jako projekt našeho vesmíru. Poslední je Bůh Syn. To je lidský rozum a je to prostředník v tvorbě projektu vesmír. Takže trojjedinost Bůh Duch, Bůh Otec, Bůh Syn. Bůh Duch jako iracionální podstata, iracionální tedy mimo prostor a čas. Bůh Otec jako vyšší rozum a Bůh Syn jako lidský rozum. Rozum, to je intelekt naplněný nějakým racionálním obsahem. Racionální tedy rozprostřený v prostoru a čase, tedy materiální. Pokud bychom si chtěli udělat jenom takovou velmi hrubou představu. Bůh Duch něco vymyslel, Bůh Otec udělal projekt, hodil to na papír a Bůh Syn je ten, který to svým poznáním, svou evolucí uvádí v život. To je jenom velmi, velmi zhruba. Tato část filozofie je to nejnáročnější a nejtěžší. Je obsažena v první kapitole knihy a snad se mi podaří to už v nějakém brzkém termínu dodělat a poskytnout vám český překlad. Поэтому вот методов науки существует три. Значит, первая статистика – это теория вероятности. Нет, теория вероятности – это другой. А это математический аппарат этого метода. А вообще говоря, вот в социологии, о которой мы сегодня в основном говорим, это демократия в идеальной форме. Когда вот мы не знаем, что мы нам делать, мы опросили, вот сейчас нам чего-то, если мы хотим делать, и говорим, что как большинство скажет, так и будем делать. Ну, демократию. Это вот обычный статистический метод. Второй метод – это ньютоновский метод. Это метод экспериментальной индукции. Я вот обнаружил, что шарик падает по такому закону, и индукция распространила это на всю Вселенную. И потом поэтому живу.
И существует фундаментальный метод, аксиоматический. Основой его является, собственно, теорема Гёделя, которая говорит, что если мы имеем цепочку рациональных утверждений, мы в этой цепочке всегда найдем одно недоказуемое доказательство, одно недоказуемое положение, которое мы принимаем в качестве аксиомы. А вот как взять эту аксиому, как ее получить, тем более фундаментально? Вот у меня в книжке получена фундаментальная аксиома. Я долго над этим думал, к моему большому удивлению оказалось, что фундаментальная аксиома, она та же самая, что написано в Евангелии, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот это триединое начало лежит, оказывается, в основании мира. И из него можно построить все. Из него можно построить мир, когда мы поймем основные вот вещи. Поэтому основная задача на базе этой аксиомы продолжать свое развитие с тем, чтобы познать мир и приобрести потенциал Бога Отца. В этом задача человечества. Бог Отец создал этот мир на базе некой системы аксиом. Рациональную часть мы ее уже знаем. Но это, грубо говоря, скажем так, это стандартная модель. Это рациональная часть этой аксиомы. То, что это написано, Бог Отец. И мы знаем, что это сделал Бог Сын. Но мы еще не знаем вклад в это все дело Бога Духа Святого. Каким образом Он из нематериального мира дает возможность создать мир материальный. И вот это мы должны сделать следующий шаг. И для того, чтобы это сделать, мы должны включить максимально большой массив интеллекта. А люди в своей массе, в основной, кроме самых энтузиастов, которых подножишь, они живут в соответствии с условиями, в которые их поставили, подавляющее большинство. То есть мы жили при советской власти, все брали красный флаг, и шли, кричали «Ура! Товарищу Сталину! Да здравствует светлое будущее коммунизма!» и так далее. Потом сказали «Мужики, лафа наступила, давайте воровать всем». Все побежали, ну не все, слава Богу, но много. Воруй пока Горбачев. Побежали воровать. Поэтому подавляющая часть людей живет так, как им сформулированы условия. И уверяю вас, если условия будут сформулированы правильно, они гораздо лучше будут жить. Подавляющее большинство людей живет в соответствии с условиями, которые они поставили. Собственно, революция 17-го года, прошедшая, понимаете, она наиболее тяжелая по сравнению со всеми другими и тем более предстоящими. Вот революция 17-го года, она была, что называется, репетицией мировой. Самая тяжелая организация, поскольку она сопряжена с отменой частной собственности и с ликвидацией любых элит. Мировой разум, он формирует условия такие, чтобы человек хочешь, не хочешь, а ты в это дело воткнешься и придешь. Он сегодня сформулировал, эта проблема уже сформулирована в рамках всего мира. Энергетический дефицит является мировым. И, смотрите, этот вопрос решается не на уровне поножовщины отдельных государств, а на уровне отключения государств наиболее сильно потребляющих. Ну, может быть, Штаты будут Йеллоустонским взрывом ликвидированы, может быть, так предусмотрено. Но Европа будет ликвидироваться, вот, когда ее отключат энергоснабжение, там не будет никакого классового противостояния, там просто начнется всеобщая резня. И базу для этого туда уже завезли. Наша ведь задача заключается в том, чтобы это в России максимально безболезненно прошло. Для России самый страшный сценарий заключается в том, если Китай решит отрезать это энергообеспечение не только Европы, но и восточную часть России. Ведь сегодня, если бросить лозунг в Сибири о создании Сибирской республики, им объяснить,
что у вас ресурсов для черной матери, а народу мало, будете жить как король. Там же все проголосуют в один момент. Тут не надо долго думать. И соответствующий прецедент создан. Но поэтому наша основная задача, чем я занимаюсь, наиболее важная задача, это соединить Россию и Китай, потому что я китайцам всегда говорю очень простую фразу. Мужики, удавите всех. Мне это всегда было понятно. Но к 30-му году будете подыхать в одиночку. Потому что вы не решите. Ведь что дальше будет? Вот сейчас Запад отключили. А дальше рядом есть Индия и Китай, в которых по 1,5 миллиарда человек. И когда ресурсов не будет хватать им, начнется последний этап. Поэтому необходимо на этапе отсоединения Запада, что уже предрешено, и никуда от этого не денешься, объединить усилия вот этих стран, лучше в рамках ШАС, по решению в первую очередь энергетических проблем, что можно сделать только в мезолитарном обществе. И если это будет понято, то вот на нашей территории может пройти более или менее нормально. Хотя, конечно, достаточно много клоунов придется ликвидировать.